Война, Украина огромные внешнеполитические перспективы, но она их утрачивает и утрачивает. Потому что я честно хочу сказать, это некий, вот, меня 2 года этой власти убедили окончательно в том, что она все-таки, да, вот, помните, Дмитрий Джангиров сразу призывал не надеяться на то, что она будет заниматься государственным управлением. И тогда я говорил, что вдруг, может быть, она начнет. Вот не начала. То есть и они не будут заниматься государственным управлением. Они не будут заниматься. Вот эти 2 года президентства Порошенко, они позволяют подвести черту под надеждами. 2 года – это большой срок. Государственным управлением эта власть заниматься не будет. И не может, и не хочет, и вообще она не по другому совершенно поводу собралась. Ну что, ничего хорошего не реплика. А про Джая Мало мы же сказали, что украинское европейское общественное мнение, надо сказать, за Украину. Знаешь, равно оставь надежду и безнадежность. Так что мы можем. Нет, а надежда есть? Нет. Я считаю, что надежда есть. Вот я совершенно согласен с теми, кто говорит, что после того, как уйдет администрация Обамы, соответственно, исчезнет необходимость для сохранения политической стабильности. Потому что политическая стабильность держится на том, что есть однозначное все-таки решение американского руководства, что досрочные выборы не нужны, ни президентские, ни парламентские. И кто идет на досрочные выборы, тот начинает входить в противоречие с планами американского руководства, и, соответственно, возникают какие-то проблемы. Точнее, пока ни у кого не возникли, но вот товарищ Фиртыш только разве что. Если позиция американского руководства изменится, то есть если будет разрешено играть в досрочные выборы, то я думаю, что нас ожидают весной и досрочные парламентские выборы, а потом и досрочные президентские выборы. И здесь уж я, так сказать, думаю, что вот уж на этом, ну, если можно надеяться, по крайней мере, пока.